А что если Зевс сделает Рампагу с одной кнопки? О, хорош. Есть. Не сливайте, не сливайте. А, жесть. Что это не пошло по плану? Не так должно быть. Есть. Есть. Давай. Бах-бах. Давай, давай, давай. Да опять я забираю. Да как так? О, здорово. А что ты тут делаешь, вопрос? Фраги сыпятся, но не успеваем, да, вот не получается Рампагу сделать. Что я могу сказать? Найс. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». А что если Зевс сделает Рампагу с одной кнопки? Как вы думаете, что будет? Конечно же, будет минус 5, это же Рэмпейдж. Как мы это будем сейчас делать? Ну, мы это сейчас, конечно же, затестим и посмотрим. Комбинация у нас максимально простая. Виномонстр всех заражает, и Зевс нажимает одну кнопку. Получится у нас это или нет, я не знаю. Но если этот видосик вышел, значит, он по-любому интересный, ребятки. Первая игра, на удивление, шла легко. Я забрал фастового Рошана, апнул ЛВЛ и начал сбор своей команды для дальнейших действий. Но дальше что-то пошло не так. А именно, Ливер. Дискорд сейчас. А, найс. Но это банлист. Тогда я понял, что тут уже точно контента не будет. И попросил ребят закончить игру, чтобы пойти next и пытаться выполнить поставленную задачу. Ну ладно, первая попытка у нас не удалась. Ребят, сейчас пойдем вторую пробовать. Поменяем чуваков. Так дело не пойдет. Расскажешь завтра, бабу. В итоге эту игру мы закончили, и дальше нас ждали другие сложности. Какие, спросите вы? Поймете чуть-чуть позже. Так, ну что, ребята, некстовая у нас катка уже загрузилась. Будем сейчас, конечно же, продолжать пытаться делать то, что у нас не получилось в первой катке. Ну, как вы все видели, да, немножко у нас не удалось. Чуть-чуть, даже, причем даже близко. Эта задача на самом деле не такая уж и легкая. Реально, не такая уж и легкая эта задача. Я не знаю, почему это так сложно, но будем стараться, будем стараться. Ждем, пока ребята начнут оппонента сейчас пикать, чтобы не было контрпика особо. Будем двигаться. Если эта задача у нас получится, то будет хорошо. В целом, я решил немножко поправить некоторые моменты. А именно, какой момент поправить? Который называется одна кнопка, да? Хотя бы с двух кнопок попробуем с рефрешем Зевса хотя бы сделать что-то. Хотя бы что-то сделать. Ох, Хускар же есть. А, это печалька. Это печально. Хускар это точно с ульты не лопнем. Это очень плохо. Это очень плохо. Ну, попробуем все равно. Резистеры, раз, два, три резистера. Три резистера. Жесть. Против трех резистеров будет крайне тяжело. Но, опять-таки, будем стараться. Ну, давайте пробовать, ребят. Будем пробовать. Смотрите, у нас сейчас та же самая стратегия. Рубит пусть деревья. Хорошо. Моя задача, как обычно, это, конечно же, experience. И желательно на 11 левеле пытаться что-то делать, пока там не прокачаны особо спайлы. Если что, может быть, Хускара как-то будем пытаться сильвером отключать. Если в прошлой катке у нас был Омник с репелом, то тут сильвер надо будет, наверное. Да? Не знаю, честно. Кажется, что получится, непонятно пока. Будем стараться. Давайте пробовать. Задача, в принципе, выполнимая, но дело случая, мне кажется. Максимальное дело случая. Будем пробовать. Сейчас вместе пойдем, будем отбивать эту руну. Ну, тяжело, мне кажется, сейчас будет. Но будем стараться. Сразу на передочке здесь становимся. Блочим всех. Хорошо. Все, найс. Руну отбили. Две.
Две руны отбили. Это отлично. Лайн у меня, скорее всего, будет не фармовый, но посмотрим. Тогда будем активно змеями пользоваться. Будем пользоваться активно змеями. Кто на миду у них там? Хускар, по-моему, да? Вайпер или Хускар на миду? Хускар. Ну, Вайпер, значит, со мной. Вайпер, значит, со мной будет. Ну, Вайпера можно будет победить. Если он не оверагрессивный, то можно будет его задушить. Фармим, парни. Все зависит от нас. Все зависит от нас. Оп, хороший размен плюшками. Лайн тоже агрессивный здесь. Тут Пуч плюс Вайпер. Это очень неприятный лайн на самом деле. Для Виномунгера. Виномунгер. Оп, добивай. Не добивай. Дед не успел тычку нанести. На третьем левеле начнем почти их щемить. И на седьмом где-то левеле уже, как обычно, пойдем в Рошана. Напоминаю, ребят, это вторая игра. И это вторая игра. С первой катки вырезки были. Мы пытались, мы игрались. Оппоненты молодцы, хорошо делали все. Жестко душили. В общем, смотрите. Я напоминаю, что можно подписаться на ТГ и на YouTube канал. Я, конечно, ни на что не намекаю, но если вам интересен контент, почему бы и нет, подпишитесь. Спасибо всем, кто поддерживает. Также не забывайте про стримы в 19 по МСК. Также не забывайте про стримы в 19 по МСК. Это очень хорошая тема. Я сфидил, кстати, сейчас, да? Ну, Пуджа побил. Хорошо. Суицид будет, да? А, нет. Ну, пойдет. Хорошо. Жалко, что не в эксп, но сапог я себе возьму. У них очень агрессивный лайн. Я могу реально тут фидить по КД. Фидить по КД. Но стараемся не фидить по КД. Постараемся. Сапог берешь. Хорошо. Тут просто два замедла меня, по идее, должны жестко уничтожать. Два замедления. Опять-таки, у меня герой такой, который на дистанции будет держаться. Змеи и все. Змеи и все. Вон, смотрите, Рудге стоит уже. Рудге стоит, выцеливает. Хорошо, что Вайпер автоатачит. Там Хускар там задушил алхимика в миду. Ну, должен БХ, наверное, помочь алхимику чуть-чуть, потому что тяжеловато. Тяжеловато Химосу. Вот эти подлаги еще какие-то. Хорошо. Так, там Карасив уже, это плохо. Потому что с Карасивом я сейчас буду хапать по-страшному. Блин, не руинь, пожалуйста, интернет. Я тебя умоляю. Не руинь, пожалуйста. Легких видосов у Хинозеца не бывает. Всегда кровью и потом эти видосы пишутся, потому что, ну, это жесть какая-то. Это максимально хардово, вечно с какими-то лагами, ливами и прочей всякой темой. Но будем стараться. Хотя от меня интернет не зависит. О, это жестко. Ну, пожалуйста, не мороси. Не мороси, дядь. Все, отлагали по кайфу. Отлагали по кайфу, не надо. Мид, да, Ганга, не помоги, мид. На БХшке. БХ, помоги. Жесть, уже какого, уже минуту, да, вот эти вот призы, лаги, это очень много. На видосе это очень плохо. Причем прошлая катка вообще совсем не лагала, а это как обычно. Успешная игра 100% будет лагать. Успешная игра 100% будет лагучая. Что с этим Хускаром? Господи. Это ребята там душат. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не надо идти туда, пожалуйста. Ну, что за лайки? Я отойти не могу, смотрите, просто. Не могу, герой не идет.
Найс, видос. Найс! Ну, надеюсь, сейчас отлагает и нормально будет. Потому что, ну, это вообще ни в какие ворота. Ну, такое мне не нравится. Как это смотреть вообще, я не понимаю. То есть мне пол игры надо будет резать, чтобы смотрибельно было. Ну, пожалуйста. Страдай фигню, я тебя умоляю. Это жестко. Так, уже 6-я минута. Не успеваю я апнуть левел. Фазики не успеваю дофармить. Фазики не успеваю дофармить, ребят. Это хрен с ним. Главное, пусть не лагает. Как смотреть это видео, если оно лагает постоянно? Да? Он цемку поставил. Обсерв. Обсерв. У алхимика все очень плохо. Я смотрю, он там страдает прям. Так, вроде не лагает. Хорошо. Работаем. Работаем. Смакеичи даешь? Хорошо. Что-то все плохо, да? Хуск армлет уже. Хуск с армлетом. Так, 7-я минута, я должен успевать, по идее. Погнали пробовать. О, Войд выжил там. Бэктрек. 10% у Войда зарешал. Такое везение, да? Прикиньте, 10% бэктрек. ПС умер. Смело. Мне кажется, они его не пробьют. Что там, промах был? Откуда? Серьезно? Серьезно? Так, ну игра идет не так, как мы планировали. Оппоненты доминируют. Че баха не помогает там? Пурманс какой-то, арба берется. Жесть. Это жестко. Это жесткая игра, ребята. Так, вайпер по лесу ходит. Так, экспу нельзя давать ему. Экспу взял тут, вот зачем ты его тут стакал, да? Экспу ему даешь. Ну ладно, забрал экспу свайпера, окей. Хорошо. У нас ситуация плохая. Вот он бежит. Ладно, не буду пока юзать ТП. Сдохну и юзану ТП. Сдохну и юзану ТП. Попробуем, выживем, нет? Нет, не выживем. Жесть. Вот это, конечно, да. Это, конечно, да. Чё бы хатос не дает.
Бэктрек будет, а не умрет он все равно. Ульт. Двойка, хорош. Так, вопрос другой. Вопрос в другом моменте. Что брать ВС Хускара сейчас? На самом-то деле. Ну, я так смотрю, видоса тут уже не будет, по-любому. Потому что половина игры я лагал. Плюс резистеры. Тут не будет уже такой темы. Ну, давайте хорошую игру хотя бы подарим. И еще сделаем игру. Но будем выполнять в любом случае наше задание. В макс момент. Реги нет, это печально. Хорошо. Погнали ребятам помогать. Хуск идет. Я тут, скорее всего, сейчас отъеду, да? Хорошо, хук заблочил. Ультуй на меня. Хорош, умничка. Послушный Хускар. Не пройдешь. О, крипочек на Хускаре. Ну, такой вот Хускар. Жалко, что стрик не отдало, да? Типа, ну... Кринж. Кринж, тупо стрик нафиг надо, да? То есть там тавер бил только. Не достал ультой. То есть... Пойдет. Камбускнули немножко. Жесткие Хускары. Нафидить не хотите ли? Так, ну на позитивчике. Главное позитивчик. Изикатка. Ну и что, что там резистеры? Ну и что, что у нас контент не получится? Ну и что, что 2 часа уже пишем? Ничего страшного. Всему свое время. Все получится. Терпение и труд все перетрут. Поэтому дарим просто хорошую игру. Камбэкнем. О, это Хускары. Не надо, дядя. О, ЦМК. Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Сорян, я тут ничего не сделаю. Хускар, конечно. Такой хитрый. Что БХ делает? Что делает БХ? 900. Давайте Вейл уже возьмем. Вейл. Of Discord. Тоже клака. Хорошо. Так, алхимика, фарм идет по чуть-чуть. Контент — это потная игра. Потная игра, вот наш контент. Все, Хускар начал сдуваться. Алхимику, помоги, да. Кто туда? ТП-шка, КД. Жалко, на дис не хватает маны. Так, ну, хайграунд затащит мне момент. Хорош. Ну, я умру, скорее всего, да? И Клака тащит. Выжил. Найс. Клака тащит. Хорош. Ассистики все имеется. Ассистики все имеется. Что Нексом собирать? 500 хп осталось, братан. Не переживай. 23 HP. Если быть точнее. Давайте, может, знаете, что сделаем? Попробуем сильвер сделать. Типа Хускар он такой, да? Чтобы дамажить. Сильвер даешь.
Ты крыса. Это плохо, я, скорее всего, следующий здесь. Это плохо. Ну, это плохо очень. Просто нечем убивать. У нас реально проблема с вот этим дерьмом. Что у нас контент тут, что с магией парень должен упасть. А у нас тут три резистера. Каким образом убивать? Вопрос. Ульт. Уже поздно. Уже все, зачем ты нажимаешь? Не следит за картой, парень. Бейсник сейчас покажет ему дираки зимой. Может и не показать, кстати. Хотя нет, покажет, по идее. Хорош. Ару. Это как вообще возможно? Парень не умеет играть на Bounty Hunter, будучи имея 5 КДА. Это ж вообще, ну типа, на обужину на АПшках? Понятненько. Давайте по чуть будем тушить. Погнали. Что там играть? Плюсую, там вообще нефиг на БХ играть. Вообще нефиг. Отлично. Где опсы? Опсы у нас куда-то ушли. Так, обсерв он один носит, зачем, я не знаю. Погнали, ломаем. Ломаем. БС у нас сильный дамагер, поэтому на БСе тут мы вытащим в любом случае. Алхимик чуть подтянется. Как обычно, вы в таких вот, да, в рубрике «А что если?» Сейчас стандартом всегда идет одна потная игра, да? Зачем только она нужна? Непонятно. Можно сразу контенту? А то вот это потной катки неинтересно. Сидеть, потеть. Ну, тут любой худ там пайп делает пуч, да? Ну, мы ломаем по чуть-чуть. Я сделаю сильвер, попробую. Сильвер. Там еще войд, прикиньте. Это ж тяжело будет. Смотри, смотри, что делает. О, хильнулся. За мной бежит на Хускаре. А, вдвоем просто за мной бегут. Закрысили. Этот хил ему дал. Вообще без шансов. Никак не захилить. Просто нечем убивать. Хорошо. Так, алхимику тоже ГГ. Да, печаль. Эту катку в любом случае надо выигрывать. Без варика вообще. Без варика надо выигрывать их. Уч. Я закрыл его. Ударь ты его. Хускар убился просто. Ой-ой-ой, ну вот это рачельник, конечно. Пойдем Т2.
Ару. Ару просто. Вот это я, конечно, ару. Жесть. Ну, Хускар, конечно, такой. Там, наколотил, да, на контрпике, что никто убить ничего не может просто нанести никто ему. Кайфует дядя, чисто в БМ ультует. Вот это зачем ты даешь, да? Слушай эту женщину. Нафиг ее с пляжа вообще отсюда. Нафиг с пляжа. Давай, да пуш надо. Ломаем товара. О, бежит уже. Если там даггер, это смайерц. Нету даггера. Да чё ты хочешь от меня? Прям за мной бежит. Так, Зевсу ГГ, да? А, не успеет. Видно, не успевает. Но они не хотят пушить товара, вон, но опять он добивает. Опять добивает. Так, чё у меня там по слоту? Амулет. Амулет мы перекинем в Лотар, последующий Сильвер, чтобы можно было раздамаживать. Пока фармим. Пока фармим. Лаку продадим сейчас. Немножко не по плану, да, пошло? Нет, нормально. Нет смысла унывать вообще, абсолютно. Там Роша, походу, да? Да, в Рошан идет, пуш даггер. Пуш даггер. Так вот, делаем. ТП-шечка есть, погнали. Зачем ты? Ой-ой-ой, ну что с тобой не так? Дядя, ну это ж логично, что ЦМ-ка будет ультовать. Держи тосик, пожалуйста. Зачем ты сразу ультуешь? Давайте попробуем в Рошпит. Я так смотрю, он там долго так Хускар потеет, да? Долго потеет. Сейчас, по идее, должны успеть мы даже. На экспу хотя бы. Может, я йоги заберем, кто его знает. Может, я Еги заберу. А, он не в Рошпите. А где Хускар, интересно? Потерялся? Нету? Был. А, вот и Хускар. Палец уходит, оказывается. Вот так-то. Вот так-то. Но в любом случае, у нас тут очень сильная комбинация. Мы тут должны грызть прям хорошо. Очень хорошо должны грызть. У нас есть определенный план, и мы его придерживаемся. Пока что все плоховато, но в целом все получится, я думаю. Хорошо. Го драку. Парень на Хускаре не хочет покупать БКБ. Категорически. Категорически не хочет. Так, Зевсу ГГ. Так, сделаем. Хорошо. ЦМ-ка минус. Ой, не хильнулся, прикинь. Шайпер. А что ты хочешь от меня? И в меня бежит, прикинь, браконьер какой. Я плюну еще в него. Это дистанционная атака у нас, да? И вот это вот туда же можно. Ай, суицидальный, да, наклонности. Суицидальные наклонности. И вот как не в тему, да, я ТП даю? Ару. Именно вот здесь он стоит. Не здесь где-то, не здесь, а именно здесь стоит. Жесть. Это мои тайминги.
Это мои тайминги. Ладно, надо было идти. Надо было идти. Хен Войт Фидера. Ой, ну вы поняли. А, жесть. Да бей его нафиг, что ты его боишься нафиг. Зевс, там все кнопки. Все кнопки нажал. Алхимик тут, мне кажется, зря начал делать аганим, потому что, ну, тут уже не будет контента, тут нет смысла пытаться выфармливать аганимы. Тут тяжело. Видос называется «А что, если челы контрпикнут и возьмут резистеров?» Молодцы. Честь и слово, Ничекаль. Красава. Молодец. Я только на хуски норм. Сложно на хуски, брат. Ну прикиньте, есть ребята в мире, которые не умеют играть на хускаре. Прикиньте, это настолько жестко. Так, у меня есть тем не менее аганим. Аганим. 16 левел, не за горами. Белтик берю Ош. Вообще, Рошу бы. Берю Ош. Дискордик имеется у меня. Хорошо, экспу даешь просто. Экспа нужно. Да отстанет меня. Прикинь какой, да? Ой-ой-ой. Прикинь. Вот так сделаю. Хорош. Вон, смотри, еще таракашка бегает, дядь. Туши его. Ой, умничка. Вот это изи. Изи. Вот это я понимаю, ребят. Сейчас еще сильверуху возьмем. А вы говорили, потные игры. Изи катка, брат. Изи катка. Жалко, что, конечно, контент. Очень тяжело будет этот отписывать. Очень тяжело. Но, тем не менее, моя задача просто жмыхнуть. И левел апнуть. И левел апнуть. Так, сильвер есть, есть. Сильвер. И ульта есть уже. Алхимик ПТ-шечка. Кнопочки. Хорошо. Может, Рошана нырнуть Солянова? Боюсь, просто забегут же есть. Уничтожат меня, да? Да попробуем, почему нет. Попробуем. Сенджа будет срабатывать, Рошан чуть медленнее будет. Поэтому, по идее, забираем на изи. Ай, прикинь, забрала. Надо было мне забирать. Интересно, а кому эта кура летела? Мне прям интересно. Ладно, я тут суицид. Закинул. Что у нас там по слотикам? Хорошо, тоже сильвер, сакр. Роша заберут. Это у меня 14 ассистов, это хорошо. Го драться.
пацаны. Надо драться, типа, у меня все есть. Мне кажется, телепорт надо давать на алхимике здесь. Он уже не выживет. Мне кажется, не перехилит. Хотя держится жесть, как смотрите. Да, перехилил. Найс. О, БС у ГГ. Да, не вовремя и ульта БС была, КД, и все было. Печально. Жесть, Зевс. Зевс там кнопки нажал, но... Было не вовремя. Пятером соберитесь. В чем проблема? Вместе соберитесь и гоу. Он без сильвера. Иди, фражочек. Ой, без сильвера, без пассивки. Чисто без пассивки крип. Вот сейчас я ему снял, да, пассивочку. Просто крипуля. Потом немного повардим. Погнали. Сейчас руну вот здесь завардим. И пойдем, ребят, далее. Парни, не забывайте поддержать видео лайком. Катка потная, поэтому тут контент особо не будет. Надо просто выиграть. О, стоит, ждет. А, понял. Ну так, удачи тебе. Удачи на войде, дядь. Дай тебе бэкстебну, а? Вопросы. У меня армора там. 50% дэмэджа просто не наносит парень на войде. Зачем он меня убивать пытается? Очень странный парнишка. Ну да ладно. Не нам его судить, парни. Он пытался убить Виномунгера. Слабого. У него 6-7 КДА. Он очень слабый. А на самом деле не могут ничего, да? Я дефаю. Деф, но надо регениться. Зала схитили и погнали. Так, алхимисту... А, не, у него есть еще кнопки, да? Хорош. Я думал, алхимисту ГГ. Давайте травел купим. Разберем фазы. Купил Буризу. И поехал. Хорошо. Отлично. Погнали. Ух, там БХшник. Походу весело сейчас будет. Дай дожить. Хорош. Зарядил пацанов. Ну, ЦМ-ка умирает. 100% сама. Да-да-да, глиммер нажми. Лотари, хорош. Ой, ГГ. Там алхимик не поможет. Как? Да, жестко. Но эта катка может тянуться долго, пока мы не соберемся в пятером именно. Именно в пятером надо. Нам надо просто в пятером собраться, парни. И все. Рели изи будет. Мне кажется, он может задрочить Пуджа. А, ну с войдом нет. Постоим, подождем, посмотрим, побежим. Оп, башик. Надо вот здесь вот продевардить надо. Гоу. Пятером, пожалуйста. Пятером, пожалуйста, ребят. Очень тяжело. Понял. Этот догон еще делает. Зачем там? Там три резистера, зачем тебе догон на БХ? Издевается. Максит его еще. Максит его еще. Это же жесть. Треки кидай. На ХГ не должны зайти они. Никак. Пока меня не убьют, не зайдут, по идее. Надо атаку делать. Хорошо. А с чего он умер? С орбы.
За 100, спасибо. Вообще даже ничего не смог сделать. Вообще ничего не смог. Крипуля. Так, Нойс ЦМ-ку жучат. Гоу. Люсчи. Люсчи. Роша. 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 По-моему, в Рошпиту, чел. Нет? Нет, на хуске. Гоу, Рошана. Го. Хорош. О, еще вардец. Топорик. У нее нет топорика. Чем он так быстро схавал его? Это мид, пацаны, мид сломают. Я рожь сломаю. И мид. Хорошо. Пускай рассола я не забираю, там БКБшка появилась. Но он позднее БКБ сделал, они могли выиграть это. Сейчас отключит ему. Пассивку заберет, мне кажется, на изи. И не захотел. У меня проблема, Хускар может сюда сейчас прийти. Я уже забираю. Пойдет. Хорошо. Отлично. 5 го. Цемки гем, что ли, там? ЦМ-ка так только подошла, да? Тут вар стоит. ЦМ-ка. Крипули вот это убиваем. Стычки просто. Так, а кстати, они мид идут. Надо скипать. А Его есть. БМчик сделаем, наверное. Хорошо. Нормально, го. Я танкану. Там, кстати, у Хускара этот БКБшка, поэтому тут реально... Пол... О, если БС умирает, они могут ХГ зайти. Это плохо. Это плохо. Хорош. Ну, такое, но Войт умрет. Хорошо. Дагоном его убил, дагоном Хускара, да? Это жестко. Сильвер вещь. Сильвер — это наше все. Пойдет. Хорошо дефнули. На опыте тупо дефаем и все. Так, 3-400 у меня. Темка ультует жесткая.
Наша задача сейчас это перетерпеть БКБшку Хуска, я не знаю. Потому что у нас проблемы. Если БС умирает, мы можем проиграть драку даже. Можем хайграунд проиграть и проиграть в целом игру. Но я, если честно, уверенно почему-то себя чувствую в этой катке. Вообще максимально, потому что... Вообще, по-моему, без проблем тут катка. Изи. Вообще изи. Что next там собрать? Тут уже вопрос. Можно тоже жахнуть БКВ, да? Зря он там пуджа пытается убить. Хотя толпой, толпой задушат. Поясник, если только ГГ не сделают. Гоу. Я помогу, если что. Не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай, Лотар. Бэкстеп. Эх, не успел. Можно байбэкнуться, если что. В центре. Что с ним делает? Вот Зевс, да? Молнией поливает его, да ему пофиг вообще. Такой герой. Такой герой против этого героя, но все равно еще набежит. Ну, гост ТП. Хорош. Молодец. Минуты, говорит, АФК надо. О, жесть. Но не должен он сдохнуть. Хорош. Так, у меня 3400. Если честно, проблематично, что тут собирать, я немного не понимаю, потому что там резистеры. Я, в принципе, собрал все, чтобы убивать. Можно сделать манту, чтобы запутывать. И... либо некрономиконов, чтобы пушить. Наверное, давайте некрочей сделаем, потому что все-таки в драке нам... просто нужно, чтобы был парнишка на этом, на БСе, и все. А дальше просто некрочи сделают все сами за себя. Так что давайте некрономиконов, плюс варды снимать будем. Я думаю, это будет более чем достаточно. Я очень долго думал, что нужно будет тут собрать. И придумал. Хорошо. Ну, жесткая, долгая игра, вообще жесть. Очень долгая. Очень долгая. Очень долгое. Есть кто плюсы? Таракана этого убить. Пока он один, можно его тушить. Так, 1000. Отключу пассивку, но поздновато, да? О, ежи. Нам БС нужен срочно. Я тут умру, скорее всего, да? Пойдет. Пойдет. В драке можно вот так вот умереть. Все нормы. Это норма. Хорош, минус 4, нормально. В драке можно фидить, соло нельзя. С некрономиконами сейчас пойдем потушим. БС молнию взял еще. Манта, шард взял, да, походу? А, не, он так просто быстро бьет. Пойдет. Хорошо. Войд там. Блин, Войд запарил. Войд такой пацаненок. Опа. А, кстати, заберет, по идее, Зевса. Хотя у Зевса кнопки есть. Ох, рефрешнул. Хорош. Хорош. Так, у меня почти не крачи есть тройка. Бладсикер попушит чуть-чуть. Ускар, байбек. Ну, Лота равно неуязвимость. Пойдет. Байбек просрал.
MBA пауза? Да какой пауза? Тут изи катка. Какой пауза? Эй, брат, да, не мараси, да. Изи катка, какой пауза? Изи катка. Блин, на самом деле тут пацаны там потеют, да, там что-то... Я там что-то думаю, да, типа, изи катка. На самом деле она потноватая. Но я вообще, если честно, не потею. Максимально простенько двигаюсь и все. Вообще не проблематичная игра. Так, я по миду пойду, я не буду идти в драку. От меня все равно толку не будет. Я попробую мид сломать. У меня некрономикон и тройка. Зевс ультанет. О, работает. Работает. Зевса кнопочка. На вставочку. Пуск идет. Скварчик. Эй, серьезно? Я умер, кстати, по идее. Хотя еще живой. Пукает. Заруба. Хускарчики, хускарчики, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что с ним делать? Вот на виномансере, да? Не, вот так, да, вот так изи. Все хорошо. Так изи. Все, можно пушить спокойно. Хускар без байбеков. А, изи кат. Я же говорил, просто нужно аккуратненько двигаться. Нужно аккуратненько действовать. Просто. Да, вот такая потная, ребят, получилась у нас. Это, получается, вторая игра. Ну и третья, по идее, победная должна быть в этой рубрике. Но мы должны сделать... Все-таки контент, но вот такая потная одна катка для вас. В любом случае. В любом случае. Имеет место быть. Нужно, нужно, ребята, нужно. Нужно потную катку делать. Нужно потную катку делать. Да, ты ж... Смотрите, как сделаем. Оп. Прикиньте, он такой, ага. Дядь, ну не дыши, не дыши. Подожди. Оп. Это называется троллинг, да, на уровне так. Не убивает он меня никак. Гоу, закончил. Хиляемся и гоу. Очень намах. Жалко, тут не получилось. Не, не крача в покое оставь. О, жесть, там молния хреначит. БС против Хускара, давай, наяривай. Хорош. ТП пора давать. Поехала. До конца, пуджа. Туши его нафиг. Хорош. ГГ. Блин, ну хорошо, камбэкнули на самом деле, ребят. Жестко. Ну, в некстовой катке у нас по-любому должно получиться то, зачем мы сюда заходим, ребятки. А именно контент. Поехали вторую. Ну что, ребята, у нас уже сегодня начинается третья игра. И в третьей катке мы точно должны достигнуть какого-то результата. Ребятки, давайте сразу напишем. Парни, Зевса и Вена не берите сразу и полите. Пусть отпикают. Хорошо. Виномансер. Я на виномансере, как по стандарту, как и в прошлой катке.
Сейчас у нас возьмут вот так вот, да, потом возьмут так. И я возьму чуть-чуть позже. Сейчас они заберут. Да они заберут, не должны. Не должны. Не должны. Тини, хорошо. Инвокер, хорошо. Ребята, спасибо всем, кто поддерживает, кто смотрит эти видосы. Не забывайте подписываться на YouTube канал, на ТГ канал. И, конечно же, стримы 19 по МСК. Если не успеваете, залетайте на Boosty. Конечно же, на Boosty есть все стримы, поэтому туда заходите. Там можно все это пересматривать. Ты долго ходить туда-сюда будешь? Ты либо выйди, либо, я не знаю, хватит ходить. Напрягаешь только. Так, остается ластовый персонаж. Хорошо, с Ларка допикали. Отлично. Ну, в принципе, пик достаточно неплохой у оппонента, чтобы можно было комбинировать эту всю тему. Тимик, сразу агоним. Постарайся. Ребята, загнобите. Люто их. Я постараюсь тоже. И зажать. На 11 ЛВЛ надо все сделать нам с Зевсом. Стратегия крайне проста. Мы тут вообще реально должны очень быстро все это сделать. Там очень хороший пик тем, что можно будет это все подбалансить. Прям четенько. Так, ЕС стоит здесь, он будет закрывать. Надо идти. Надо идти. Ля, что делать? Меня вообще зажало. Нормальная фиссура. Хорошо, легла. Вокера, 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 вокера. У него МС меньше. Давай, давай, давай. Хорош. Фиссура. Одна тычка. Я выживаю. Монета, алхимику. Хорош. Монету успел. И ЕС забрать еще туда же. Пойдет. Хороший старт. Старт отличный. Отличный старт. Так, ну и что? Стандартная стратегия. Виномансера 2-3 в раскачке. 2-3. Лайн не пушим, фармим. Уходим в Рошана. Все по стандартику. Все по стандартику. Так, химик себе уже берет хелм, чтобы инвокер его не задушивал. Мне бы тут пофармить нормально. Всех добивать желательно. А ни одного, ни двоих персонажей. Всех желательно зафармить. Еще бы дискорд бы выфармить мне. Дискорд очень хорошо помогает. Ух ты какой. Оп, хорошо. Хорошо. Так, лайн немножко подпушили. У нас там кура бегает. А пойдет. По стратегии все то же самое, ребят, абсолютно. Будем стараться заражать и душить. Дальше посмотрим еще, как будет происходить. Но вот это, мне кажется, что-то они зря делают. Оп, хорош. ХП должны у меня остаться тут. Ну, я, скорее всего, умру, да. Вот, ну, хилку я так и не дождался. Жалко, конечно. Жалко, что я хилки не дождался. Два раза алхимик себе куру брал на мид. У него было 1100 золота. Очень жаль, что так выходит. Но ничего. Мне главное экспириенс, я апаю. Экспириенс апаем. Давайте вот так сделаем. Окошечко, поехало. Вот этого могу задушить спокойно, мне кажется. У меня сапог есть. Яда много. Хорошо. Еще змею поставим. Она его дотушит. Хорошо. Отлично. Плюс экспа, плюс левелочек. Первые артефакты фазы. Первые артефакты это фазы. У меня крипстат вообще галимый на самом деле. Нужно работать. Нужно работать. Там убивает Сларк. Нифига себе.
Ну, слаг такой, если ему ранний лотар дадим, то будет тяжеловато выполнять все. Но если мы немного переработаем, как и в прошлый раз хотели переработать, а именно как? С двух кнопок, ладно, пусть будет с двух кнопок, да? То есть два ульта Зевса. Хотя бы так как-то, то должно, по идее, все равно получиться, поэтому будем стараться. Будем стараться. Так, фаза уже почти есть, остается у нас... Еще одна допом кнопка и все. Там душат с руки, пацаны. С руки, пацаны, душат. Левела мне еще апать много. Третья минута. Да, блин, вообще ни одного крипа не добиваю. Все, больше не пропускаем. Надо лос хитить. Каталашка подъезжает, начинает закидывать. Так, есть, хорошо. Фазы имеются. Пойдет. О, пришел Ерсбруйкер. Вдвоем они меня тут могут убивать, потому что тут такая приколюха будет. Очень-очень активно могут станами перебивать. Я могу по чуть наглеть. Сейчас сделаем Аквилу. Ес может кинуть фиссуру, этот может подбежать и додушить. У меня уже почти 7-й левел, надо дофармить. Вот этого я убиваю, по идее. Так, нет. Не убиваю. Вот этого могу убить. Санстрайки еще будут, надо не забывать. Чуть похилимся. Хорошо. Отлично. Аквилла уже почти есть. С Аквилы, с Мака, 7-й левел и погнали. Есть. С Макеичи. Сейчас смоки берем и, в принципе, 7-й левел поехало. Есть с Мака, все. У нас немного вардов не хватает на карте. Я так смотрю, черная карта, будешь счастливый. Нормально. Добей, ты че, куда он бежит? За дедом, прикинь, бежит. В дальнюю сторону. Забавно, блин, до 7-го левела чуть не хватает. Чуть не хватает. Хорошо, 7-й имеем. Поехала. Поехала. У алхимика full free, это радует. Это радует. Можем двигаться. Так, я в Роша на 6-я минута. Это очень хорошо. Поехала. Сейчас сразу 9-й левел апнем. И можно двигаться. Делаем. Хорошо. На стаках Аганим он поднимется, Радиенсом-то. Уже. А, все, ок. Все, ок. Если так пошел в поинт-бустер, то окей. То окей, нормально. Так, ну что, Рошана забираем, левел забираем, и у нас будет... Будет все огонь. Ультимейт 10-11. Даже мне кажется, я не успею качать еще. Качать ульту, он уже аганим сделает. Сларка гоняют, там этого гоняют. О, здорово. А что ты тут делаешь, вопрос? Интересненько получается. Интересно. Интересно получается. Смоках пошел, Рошана бить, прибегает Тини, убивает, найс. Но старт у меня очень плохой, если у алхимика хороший старт, у меня он очень плохой. Это плохо, ребята. Найс, что я могу сказать? Что я могу сказать? Найс.
гриб забрал. Найс. Ясно. Ладно, с Рошаном отбой, просто фармим, убиваем вот этого. Вот этого типа. Иначе какой смысл? Да мне пофиг, я буду бить тебя до последнего. Таверну. У меня все печально, если честно. Тини в рошу бежит. Не дает забирать. Печально. Ну да ладно. Походу все пошло опять не так, как должно было идти, ребят. Жесть. У меня что-то сейчас кринжануло очень сильно, что он чисто в рошпит пришел. Если бы вард стоял, я бы мансанул в любом случае, но у нас саппорта нет. Почему-то у нас БХ игнорирует свою задачу. А можно? Можно варды в дефолты? Или как? Это печально. Это печально, ребят. Но может что-то и получится. Не загадывай. Загадывать рано. Загадывать рано. Давай подеремся чуть-чуть. Не знаю, идти в рошпит опять, он опять придет. Можно, конечно, попробовать, но с командой. Но мне нужен эксп. Сам смысл раннего Рошана — это, конечно же, экспириенс в первую очередь. Ладно, давайте просто пушить там и нафармим. Чуть-чуть. Чуть-чуть и нафармим. Жалко, Рошана я уже 100% не забираю. Монета. Есть аганим, говорит алхимик. А у меня, чувак, даже левела нету. Я Рошана не забирал. У меня 3 смерти. Чувак на тинике работает. Кайфует, в дотку играет. Так что сорян. У меня тут не получится. Пока что у меня не получается. Он его кидать собрался, да? Гениально. Так, ну есть 9 левел. Есть 9 левел, но мне 11 надо. Мне нужен 11. И давайте, наверное, дискорд сразу начнем делать. Дискорд. У Зевса там все тоже не ахти, я смотрю. У Зевса тоже не ахти. Хорошо. Гоу, Рошана побьем. Смотри, с Ариной и есть, и что там делает. Хорошо. Отлично. Но это минус. Хотя, может и не минус. Давайте вот так сделаем. Хорошо. Теперь точно минус. Теперь точно минус. Он баха на самом деле бегает вроде, но где-то вроде бегает, вроде, но не бегает. Непонятно. Так, 9 левел. Нет, Тини, кстати, не сдох. Весьма странно. Весьма странно. Весьма странно. О, неплохо меня тут шмаганули. Давайте вот так вот сделаем. Там пусть заражает. Хорошо. Но этот БХ сейчас не хорошо не застилил. Найс. Nice. Как? Сорбы забрал.
Осуждаю максимально. Вот этого хотя бы я забрал. Мне на Дискорд. То, что нужно. Ой, второй фражочек. Хорошо. Дабл килл имеется. Найс. Есть Дискорд. Есть сейчас. А чё, подождите, он под треком в инвиз зашел? Его не было видно под треком. Вот тут, да, кстати, я тоже обратил внимание, почему он под треком зашел в инвиз. У меня сейчас левел уже почти хватает, да? 11-й есть. Отлично. Я 11-й левел уже. Можно. Можно байтить и пробовать, парни. БСника задушили. Так, у меня вот тут КДшечка. Я могу их вместе собрать где-то в одном лайне. Там алхимик. Зевсу когда гоним, узнаем сейчас. Пятьсот фармит. Гоу сюда. Хорошо. Пойдет. Давайте клаку купим, чтобы быть живее всех живых. Потому что на меня будет очень много нажиматься. Мне нужно протянуть как можно больший тайминг. Как можно больше тайминг. Забайтить всех пятерых. Хорошо, это тут забрали. Клаку даешь? Погнали, завардим. Я готов. Погнали, где-то здесь ткнем. Может, в дефолт ткнем просто. Но тут, я думаю, кто-то по-любому будет фармить. Нет, вроде не фармит в смоках нормально. Тут пробежали раз. Давайте тут поставим. Можно тиника забрать, но... Могу забайтить. Сларк пришел. Вард сняли сразу. Еул, нифига себе, ты крутой. Нифига себе, инвокер какой. Зевс с кнопкой. Инвокер такой, сильный, да? Сильный инвокер. О, здорово. Не, ну вот тут вот это вообще не в тему. Еще и сларк. Все варды поснимали, все поснимали. Тини Лотар. Тини Лотар сделал. Блин, вот это сейчас... Уже вот, вот как старт, да, плохой старт очень сильно помешал. Лотар сделал. О, это печально, ребят. Сейчас вроде... Ну, сейчас, короче, наша задача. Сейчас мы должны собраться... Неплохо. Найс. Килл из таверны. Хорошо. Наша задача сейчас собраться, подзабайтить. Парни, надо забайтить. Пятерых. Надо забайтить пятерых. Химик. Еще кто-то. Г в один. Лайн. Надо в пятерых мне залететь просто. В пятерых залетаю, все тему делаю. Надо не убивать. Надо всех стянуть. Вот сейчас вот так вот можно просто их не... Ну, не получится стянуть. Или давайте пушить. Го пуш. Го пуш. Сами придут. Да, они придут на деф пятером. Мы можем спокойно попушить. Инвокер там такой сильный. Юл, дагер, там прыжочек.
Что такое? О, ульта аппарата летит. Дай пройти. Ой, как хорошо меня не достало там. Сзади меня крипчиков достало, а тут не достало. Хорошо. Плохо, что даггера у меня нету. Пятерых. Денег тут еще. Пятерых. Надо пятерых, ребят. Пять. Надо. Куда ты его тушишь? Может, попробуем тут пятерых собрать? Ну, уже их четверо. Могу хотя бы так, я не знаю, попробуем. Четыре. Четыре я попал. Жди. Жди. Ультуй. Г. Г. Ну, раньше надо было. Чуть-чуть раньше надо было. Троих хотя бы забрал бы. Ну, уже как-то хотя бы что-то работает, да? Какая-то вот эта стратегия наша. Четверых заразил. Инвокер в инвизи побежал. Надо гем. БХ. Немножко не вывозит, получается. Ну, уже получше, уже сейчас четверых жмыхнул. Но пятого ЕСа сразу забрали. И, кстати, я с Ларка там с яда забрал. Видите, змей наставляешь, да? Змея пробафала. И уже как бы тяжелее. Ну, сейчас даггер. С даггером будет полегче. С даггером. А 16 левел так вообще будет полегче. То есть 16 левелом, если я 16 сейчас апну быстро, можно будет вообще там делать вещи. Монетка. Шестнадцатым левелом вообще можно будет. Там 1600 хп сносит. Вообще жестко. Так, Зевс есть с рефрешером, да, уже? Надо было монету забирать. Оп, найс экспа. Го, соберем их. Блин, на самом деле задача в этом видосе, ну, непростая. Реально непростая. Так ты думаешь, что это легко? Да, вот так пятерых поймать нужно же еще. Еще поймать их. Не знаю, этого надо казнить. Пойдет. 15 левел есть. Вокер пушит, а вокера задушим, если что. Пойдет. Вокер с гемом. Зачем-то вокер гем купил. Зачем? Зачем он берет гем? Так, это есть. Вот сюда. Давайте, может, сделаем глиммер. До кучи. Типа я не буду палиться и потом вылазю, как мне надо. И все. Как мне надо, вылазю, и все будет огонь. Так, ну вот это не очень. О. Не надо, дядя. Хорошо. Почти 16 у меня уже есть. Давим на экспу. Чуть до 16. Блин, вон они, смотри, идут. 16 надо. Инвокеры там жесть. Ну, не подойдут они. Инвокер уже отошел. Инвокер уже отошел. Ну, 16 есть.
Вот неудобно, да, Варда нет, вот я не понимаю, почему. Вот просто если бы мы заранее это видели, да, вот эту ситуацию. Почему вы не ставите опсы? Ну реально, видели же бы подход, скооперировались бы. Не видим их подход. Не можем скооперироваться. Ну вообще жесть. Вот чуваки дают, конечно. БХ не вывозит свою задачу. Вообще очень тяжело ему варды ставить. Видно, парень никогда не играл на саппортах. Ему, скорее всего, либо неинтересна эта роль, либо я не знаю. Я хз. Ему это, видимо, неинтересно. Да. Собери теперь пятерых, я ультану, будет нормален. Так, сейчас ночь, вот это плохо. Не видно нифига. БХ должен где-то в середине в инвизе стоять. Давайте, знаете, что сделаем? Ага, Тини стоит. Тини стоит. Тиник под этим подвижен. Так, полетели кнопки. Вон вместе, как вот алхимик, да, вот они вот разошлись сейчас. Оп, хорош. Есть, есть. Не сливайте, не сливайте. А, жесть. Что это не пошло по плану? Не так должно быть. Это не так должно было работать. Почему я сделал ультракилл? Зевс должен был. Блин, это как-то кринжово, но идеальная ситуация сейчас была, чтобы это получилось. Но почему-то именно я забрал. Хотя я просто кинул яд и все. Яд не убивает. Неужели там... Вот вам сейчас на самом деле непонятная была механика, почему я добил. Потому что яд не добивает ультимейта. Бред. Еще надо. Не знаю, будет это считаться или нет, но... С одной кнопки пока нет. Надо пытаться. Я сейчас вообще не понял, почему засчитала мне. Я не бафал их. Это вообще какой-то кринж. Что? Надо будет пересматривать реплей. Я же даже змейк не ставил, вы понимаете, в чем прикол? Почему я добил? Почему добивал я? Зевс должен рампагу сделать, просто бах-бах, и все. Чуть подождать, чтобы хп просели там. Чуть подождать, единственное, там Сларк, видите? А так четко получилось, блин, да все варды снимают, прикиньте. Из-за Сларка, да, получается? У меня все тут готово, у Зевса ульт есть, и все. Это печально. Инвокер ТП будет давать. Химика ломают. Сломали химика. Инвокеру пофиг, он не идет на деф. Инвокеру пофиг. Инвокер в тупую фармит. Можно было попробовать сейчас четверых туда залететь. Сейчас пацаны нафидят слоты. Пару файтов. Уже отдались два раза, да? То есть они пытаются подбайчивать. Пытаясь их собрать, да, в кучу. Инвокер пофиг кому. Там инвокер руинер контента. Ждем. Семнадцатый. Очень странный момент сейчас на самом деле был на Виномансере. Я, если честно, вообще не понял. Я не должен был там забирать. Почему забрал? Тини. Каменелого убиваем. Хорошо. Весьма странновато.
Ну да ладно. Ну да ладно. Инвокер, конечно, крысит. Гэмит пуш. В тупую. Просто в тупую. В тупую пушить будем со змеями, со всей темой. Пусть они приходят. Потому что так не варик. Танковат. Тупую пушим просто и все. Уф, попал. Змеёныша. Поджог. Парентус. Просто ломаем. Ой-ой-ой. О! Хорош. Трипл килл. Имеется, но не рэмпэдж, понимаете? Вот, вот все, но не рэмпэдж. Все, но не рэмпэдж. Тушию. Ух, как я втанковал. Жестко. Они, блин, хп, уже у них нету хп, когда я начинаю, дай один. С вторым ультом поторопился. Он еще и два дал там. Ходим, да. Пофармить надо, дядь. Порегениться чуть-чуть. Оп, найс. Кто это? Иди нафиг. Дай мне подхилиться. Зачем ты в меня это кидаешь? Извращенец. Пойдет. Извращенец. Хорошо. Есть. Клаку скинем, да. Ребята, там нападение на Сларка делают. Прикинь, если там 5 героев сейчас. Аппарат ходит. Арш, приняли. Блин, ну в этой катке вот намного успешнее получается, нежели чем получалось в прошлой, в потной, да? Та катка была такая более потная, эта катка более такая лайтовая. И тут что-то хотя бы да получилось. То есть там ультракилл, да, получился каким-то образом. Но надо рэмпейдж, мы сюда пришли за рампогой именно, поэтому... Как-то надо вот попытаться. Жалко, что не могу с рефрешем забафать. Да, я уже вижу комментарий. Тебе надо белей рефреш купить, два ультики, да. Да, я уже знаю, что это по-любому будут такие комментарии. 100%. Люди даже не знают, как работает ульт Виномансера, поэтому будут такое писать. Я в последнее время такие комментарии просто игнорирую. Потому что нет смысла каждому это объяснять, но просто невозможно. Ребята все равно не выкупят. Не выкупят. Так, рефреш у Зевса почти есть, да? Хорошо. Хорошо, подрегинимся. Жесткая игра на самом деле, ребят. Жесткая. Ждем, ждем. Пятерых. Пятерых ждем. Может, кстати, из-за яда Виномансера, ой, из-за лап убивать, потому что слишком большая амплификация идет. Скорее всего, из-за этого может убивать. Я, честно, это не проверял, хотя надо было проверить. Скорее всего, это работает так. Скорее всего, это может работать так. Сларк сейчас подойдет еще. Ой, идут хотя бы пятерых, вижу уже. Хорошо, есть. Есть. Жди. 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 Отличный момент, давай. Давай. Раз.
Да почему я забрал опять? И Сларк под колодцем бегает. Жесть. Как я забираю? Что за бред? Это из-за лап по-любому. Уйти. Опять Сларк живет. Надо Сларка фокус. Сларка фокус надо. Пул. Жесть, как так? Не нажимай, Лотар говорит уже. Блин, вот уже это so close, да? По-моему, из-за лап я вот так вот добиваю. Я готов. Снова. Блин, на самом деле, ну, тяжелая, тяжелая задача, не получается особо. Оппоненты еще, они оппозицию какую-то делают. Но Сларка надо, БХ. По КД, треки, бегать за ним. Там сейчас идеальный момент, я опять пятерых поймал. В этой катке троих, три или четыре момента было, пятерых ловил. Три или четыре ловил персонажа. Ну ждем. У нас КДшка почти есть уже. 50 секунд. Го, кооперируемся. Пока дойдем. От КД будет. От КД будет. Тут нужно еще четко застилить, потому что, блин, я, видите, добиваю. Я не вешаю даже змеями, там не трогаю никого. А из-за яда, скорее всего, я добиваю из-за лап сикера, парни. Ульт Венома не убивает. А там, где ультру сделал, добил. Я не ба... О, пал змей. Змей. Парни, надо. Либо низ, либо топ. Слишком растянуто. Так, этого там гоняют. Глиномеса. Слишком растянуто. Мид — это очень растянутая позиция. И в миду немного тяжеловато будет их ловить пятерых. Надо туда идти. Надо идти туда, ребятки. Внизу они стянутее будут. В миду они просто расходятся все, а тут они будут в одном каком-то моментике в таком находиться. Блин, вот насчет лап, лапы, да, помогает, но... То есть... Так, Зевса главное не отдать. Живи, живи, живи. Ну, байбекнется, если что. Жесть. Б. Давай инвокера накажем еще. Б. Жесть. Не... Они там торопятся, пацаны. Почему? Вот нет у них кооперации, да? Но мы убиваем их. Дефим. Еще раз. Ну, работает. В этой катке уже более-менее работает. БХ может танчить у него. Октарин зачем-то. Зачем Октарин, Баунтихант? Кто-нибудь подскажет? Я не знаю. Надо в одном лайне, парни. Топ или низ? Да, у Зевса, кстати, я затестил, не работают лапы вообще. На Зевсе вообще лапы не работают на ультимейт почему-то. Почему, я так и не понимаю. Mm.
Так, пятерых забайтим. Вот этого таракана бы. Таракана вот этого вонючего. Ух, там ультапарата пошел. Опять опсов нету. Стики на 40-й must have. Стики на 40-й. Не очень. Не очень ульт. Ну ладно, две кнопки Зевс сможет нажать. Ульт! Ну как так? Ну как так? Сразу нажми. Сразу нажми, ну как так, а? Ладно, мне придется вместо Баунти Хантера заниматься вардингом, потому что БХ вообще не хочет. Жесть. Уважаемый Баунти Хантер, пожалуйста, ЛЗ ставьте, чтобы позицию поддержать. Вот сейчас почти было идеально. Надо вот сюда куда-то вижен. Где-то тут надо. Блин, опять, да? Вот сейчас ультракил получилось. Еще пару заходов. Они бы уже ФФ написали, мы бы уже закончили. Сейчас рампажечку оформим, ИГГ. И хорошо. Так, у Зевса почти есть. Что-то Сларк перегазовал. Видели, что делает? Ах ты, куда и корыветка. Хорош. 60 сек, его рез. Ждем. У нас как раз рефреш откатится. Топ, го. В топе должно все получиться. Что-то квиллинги, да? Отлично. Кто у нас на вардинге? БС, молодец, начал вардить. Немножко не понимаю, почему БХ вообще так категорически не хочет вардить. Категорически не хочет вардить. Категорически против этого. БХшник работает, там пилит. БХ задача главное сикера пропалить. Там 200 хп на тине уже. 1200, тут 800. И самое легко. На тинике очень много хп. На тинике много. Но тиника с двух кнопок получится интересно или нет? Я не знаю. Надо пробовать. Надо пробовать. Вокера, Его, Вокера. Убить надо. Go. Поехала. Вокера надо найти и убить. Рошана он лупит, прикинь, руинер. Руинер. Фокус Вокера. Закрысил когда на инвокере, парень? Так, ну на миду собирается файт, да? Вокера зафокусить главное. Фокус-чпокус сделать ему. Сларк стоит. Смотри, что делать. Так, инвокера зафокусили. Я бегаю, не могу позиционку подловить. Давайте вот так сделаем. Так, а Еги нету Вокера.
Сварк тут бегает. Хорошо. Все выйдут. Стянутся вот сюда чуть поближе. Есть. Есть. Давай. Бах-бах. Давай. Да опять я забираю. Да как так? Да как так? О, жесть. Ну, слаб. Я слаб убиваю. Походу. Жесть. Ну вот сейчас идеальная была ситуация. Сразу бах-бах, два ульта и все. Еще заход. Да, Сларк тоже там с ульты выходит, надо это тоже момент прожидать. Блин, ну, жесть, фраги сыпятся, но не успеваем, да, вот не получается рампагу сделать. Ультракиллы, да, получилось. С двух кнопок, с одной кнопки очень тяжело, но это, я думаю, дело случая, поэтому, в принципе, ну, пытаемся до сих пор. Сейчас загоним их в хайграунд, может и получится. Может и получится. У Зевса почти кнопка есть. Ес-рез. Инвокер там тоже такой хитрый. БС молодец, бафает. Но я походу из-за лап убиваю. По-любому там амплификация слишком жестко складывается. БХ до сих пор со стиками бегает. Он их даже не нажимает. Но они ему нужны. Понимаете? Вот никогда так не делайте, парни. Уже минута, уже лейт стадия. Уже вот это ненужный артефакт. Он ничего не даст. Лучше варды ставить, он БС берет, ставит. Уходи. Мешаешь нам стоять тут, 4 секунды. Топ надо. Низ от дефица. Они топ дефить будут. Там инвокер по низу идет, да? Инвокер крысит. Он может специально игнорить и не прийти сюда. На вокере на своем. Не убивай. Нет души. Я иду, мне еще дискордом бы попасть во всех. Дискордом бы во всех попасть. Пусть ТП дает. Зачем ты сбиваешь? Зачем? О, ну БХ такой веселенький. Не убивайте. Хорошо, найс. То, что нужно. Где в топе? Вот тут. Алхимик там танчит. Ой, ульта аппарата. Вот три героя есть, вижу. Троих. Ес, низ пошел, зачем? Зачем, я не понимаю. Так вот нужно вард, что ли, ему там поставить? А, даггер сбили, прикинь. Я не попал в этот, не попал. В вокера. Раз. Два. Трипл килл всего. Я не попал в инвокера там. Не убивайте, не душите. Мне даггер что-то сбило, по-моему, их ослэм. Пусть дефает. Еще раз, крайний. Сейчас я налажал. Я ходил столько, позиционку здесь держал. Собирал мысли на их в пятером. Не удалось. Давайте попробуем.
Я Юл сделал на МС. Ну попробуем с Фарсойда залетать. Типа два ультимейта можно было, да, с рефрешем бафать. Типа больше охват делать, да? Больше охват делать. Так не хотел его цеплять. Давайте тревел. Как же ж у нас жестко пытается вот эта вся тема получиться, да, надо пытаться. Куда ты? Для чего? Что, зачем ты делаешь? Пятером. С рефрешем можно попытаться, да, именно сделать охват более такой, знаете, больше. И дай рефреш у Зевса, 40 секунд. Угу. И Вокер там стоит. Давайте крайний заходик попробуем. Просто главное забафать и все. Там очень много хп у пацанов уже. 1800, 1400. Чем дальше, тем тяжелее. Гем. Гем Вокер. Финик там. Вокер лоу хэповый. Аппарата. Кайтим. Хорошо. Ну мы... Я специально хочу именно позиционку. Нам позиционка нужна. Чтобы вместе всех их забафать. Именно вот такой смысл должен быть. Такой смысл. В колодец гоним их, что ли? В колодцы точно забафаем. Колодцы точно забафаем. Колодцы забафаем точно, но тиник фуловый. Ну им в колодцы типа вообще пофиг. Жди, 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 жди. Да как же так-то, ё-моё. Давай, душидя, на рампагу хотя бы под колодцем, дядь. Блин, ну если честно, не получилось. Один раз что-то было более приближенное, да, но тем не менее не особо получилась эта задача. Очень тяжелое видео, реально очень тяжелое. Это дело случая прям тут. Максимально дело случая. Потому что тут именно нужно грамотно это все так сделать и возможно где-то что-то поменять. Не знаю, буду ли я пробовать еще, но... Честно... Мне кажется, нужно заканчивать эти сейчас попытки. И, может быть, попробовать чуть-чуть позже это сделать. Но, тем не менее, получился у нас вот такой вот видосик, ребятки. Попытались мы что-то сделать. К сожалению, у нас не получилось сегодня достичь именно того результата, которого хотел достичь именно я. То есть, именно рэмпейдж с одной кнопки. Это, ну, это реально, мне кажется, больше, чем дело случая. Потому что... Нужно грамотно забайтить там все. И яд убивает. Это надо будет сейчас я зайду. Вот здесь ставочку ставлю, да. Посмотрю. Действительно из-за лап походу убивает яд. Потому что там высокий уровень дэмэджа идет, да. Яд вообще виномансера он сам не убивает. Просто так ультимейт. А с лапами он получается убивает. Потому что амплификация висит. Ну, да ладно. Ребят, вот такой получился видос. Обязательно поставьте лайк. Надеюсь он вам понравится. И конечно же... Подписывайтесь на YouTube, чтобы не пропускать такие видео. Мы старались, мы пытались, но я думаю, нужно будет все равно как-нибудь до конца довести эту тему. На этом все, друзья. С вами был Ксаназис и до скорого.